правильно, что все-таки Ростов-на-Дону стал родиной такого, я не побоюсь этого слова, но уникального турнира, потому что мы не припомним, чтобы в стране было что-то подобное. Да, конечно, не случайно. Мы видим, что последние 3-4 года Ростовская область, город Адамо, стали действительно шахматным центром таким в России. И, конечно, очень приятно, что вот такой турнир, традиционный уже всероссийский, детско-юношеский турнир, начал свой старт в городе Ростове. И сегодня он проходит 4-й раз. Как вообще получилось, что именно Ростов стал родиной турнира имени первого чеченского президента? Да, дело в том, что, наверное, немного более 4 лет назад я с нашей группой детей и шахматистов из Ростовской области мы выехали в город Грозный по приглашению мэра, Муслима Кучиева. Вот, мы тоже там был такой дружеский был матч среди детей. Наша делегация посетила детский интернат инвалидов номер один в Грозном. Мы привезли с собой очень много подарков, велосипедов, скейтбордов, настольных игр. И было очень приятно детям чеченским и нашим детям. Потом прошел турнир, и мы решили, что было бы неплохо организовать памятник такого великого человека, Ахмада Хаджикадырова. Как раз это, кажется, был юбилейный для него год. И мы, в общем-то, организовали тоже несколько 4 года назад весь в этом зале Дом Пластика. Я вам скажу, что он был и тогда такой же насыщенный, красивый. В общем, проект получился очень прекрасный. И мы видим, как сегодня работаются дети, есть возможность участвовать. 28 субъектов принимают участие сегодня в турнире. И, в общем-то, хочу сказать, конечно, огромное спасибо Ахмаду Чукадырову за то, что он уделяет огромное внимание детям, развитию массового спорта. И мы это видим не только шахмат, в том числе. И то, что по его приглашению следующий год, 5-й юбилейный год турнира, значит, будет проходить, скорее всего, в городе Грозном. Конечно, очень приятно. Я думаю, что мы соберем не 250 детей, а, наверное, на порядок больше, потому что желающих очень много. И, как вы уже сказали, действительно, турнир колоссальный, в том плане, что он не похож на другие. Очень хорошая концертная программа, хорошие призы, большое участие нескольких министров правительства Чеченской Республики дает как бы статус и дает, как именно показывает отношение главы республики Чечни к серьезности этого процесса. И, конечно, мы хотим, чтобы дети наши знали, дети чеченские знали, и что был такой герой, есть такой герой, чтобы он остался в памяти на века, и мы этим гордимся, и тем самым мы, в общем-то, наверное, не так, ну, даем детям увидеть его все, познать, ощутить и дальше жить в мире друг с другом.